Награда «Цвинер» проводится с 2014 года. И за это время финалистами и победителями награды стали представители компаний МТС, «Киевстар», «Новая почта», «Комфи», «DHL», «Альфа-банк», «Укрсибанк» и многих других. Награда «Цвинер» заинтересовала вас. И теперь все мысли заняты вопросом подачи заявки. Первым шагом станет выбор страны-участника. При общих неизменных правилах и принципах оценки сроки подачи работ и состав жюри в разных странах могут отличаться. После этого выберите номинации, за победу в которых вы будете бороться. У вас есть прекрасная возможность вовлечь в соревновательный процесс всю команду. Зажгите всех своей слаженностью и сплоченностью на пути к общей цели. Зарегистрируйтесь на нашем сайте, и за 7 дней до старта гонки вы увидите описание предстоящих заданий. Для ознакомления с деталями необходимо зайти в личный кабинет участника. Всего в каждой номинации необходимо выполнить 3 задания. На выполнение каждого задания номинанту отведено 3 недели. Для соблюдения равенства условий все задания составлены универсально и являются абсолютно выполнимыми. Например, в номинации «Консультант года» необходимо предоставить запись разговора со сложной или конфликтной ситуацией, где навыки и таланты номинанта проявились наилучшим образом. А в номинации «Проект года» нужно предоставить видеопрезентацию от менеджера проекта, рассказывающую о целях и задачах проекта, вызовах, с которыми столкнулись, и достигнутых в итоге результатах. Из всех работ предварительно удаляются любые упоминания названия компании и бренда. Таким образом, мы получаем максимально честный и прозрачный рейтинг навыков и достижений номинантов. Во время выполнения заданий всем участникам предоставляется экспертная помощь нашей службы поддержки. Оценка заданий номинантов осуществляется жюри параллельно выполнению участниками следующего задания. Пока участники выполняют второй этап заданий, жюри приступает к оценке первых выполненных работ. Все работы номинантов оцениваются по 7-бальной шкале. При этом к каждой работе жюри предоставляет обратную связь. Обратная связь становится публичной по окончанию награды «Цвинер». И каждый номинант может ознакомиться не только со своей оценкой, но и комментариями экспертного жюри, в которых указано, что было хорошо, а что можно улучшить. Награда «Цвинер» – высшее профессиональное достижение.